Қама тәуір бөлетген бұлсы наркотик әнжуманың екенші қысымында башлаймыз. Мұнда Намқор жамасы башымынды, Сандар Балайан шырақ етерді. Тастабал ұларына ой тұрышды фикірлерін сөйміз. Башқайлық әйін байлығыз. Такие матчи являются украшением чемпионата. Я даже не соглашусь, когда говорили центральный матч. Наверное, это один из центральных матчей первого круга, скажем. Но что касается результата и игры нашей команды, ну скажу так, справедливее было бы, если бы сегодня была бы ничья. Что касается игры нашей команды, конечно, я благодарен парням, но хочу подчеркнуть, что мы не сыграли в атаке, мы показали свой потенциал, который у нас есть в атаке. С чем это связано? Ну, мы будем смотреть, разбираться. Потому что мы хорошие были моменты, чтобы развивать, разгонять атаки. К сожалению, в атаке у нас не получилось. Но, тем не менее, в организации игры практически моментов не было, за исключением последнего промаха, что привело к забитому голу со стороны соперника. Махмат, салон бусы мурака точно. Саулы бол. Голдан кейін мәгедір Налбахары ойынны ташел горган деп көрінді, алдыңе ташланыш орлыген. Мәге бәне шынақы? Бросили, да? Да, бросили. Не бросили, да, просто уже ни о какой организации не было. Старались быстрее мяч доставить в атаку, чтобы зацепиться и там создать момент. Все играли до конца. Махват, давай ты сок, сок, махват. Бо, 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 пропустили атаку, голевую. Ну, скажу так, что все эти эпизоды разбирали. Грубейшая ошибка была со стороны даже не защитников, не крайнего, не центрального. В опорной зоне. Люди, которые не должны были кидать эту зону. Что касается игры, уровня игры. Ну, на самом деле, игра сегодня в уровне Лиги Чемпионов. Вот. В принципе, новая команда Набахор, которая создана буквально с нуля, процентов 60-70 там на объеме. Тем не менее, стараемся показывать добротный футбол. Вот где-то не хватает, но сегодня мы пока дошли до уровня 60, максимум 60% своих возможностей. Будем работать, чтобы совершенствовать свою игру. Махат, там это все. У индейки Алмастер Амангосов Зингес, я не Эль Гуджа, Ханда, Аз Алмастер Зингес. Алмастер Янингес, Малгова Кета Захалу. Йок Туман. Азим. Вазима. Значит, травма. Дальше он просто не мог играть. Что касается Ильгуджи, но он старался, но он не был фланг освежить, потому что много опасностей исходило с этого именно фланга, поэтому он освежил. Махамад, охрен сова. Вы знаем, охор ойн горды. Команда полу ойн давалда, она бы хучун кияли. Lekin tarkib borasida Navbahor juda kuchli shakllandi. Sababi nimada deb o'ylaysiz? Agar yaxshi hujum qilish imkoniyati bo'lib, yaxshi ataka bo'lganda balki biz g'alaba qozonardi. O'shanda men aytganim, мы не сыграли, мы не показали свой потенциал. Очень да, такой повтор мы обязаны были выиграть. Просто мы не сыграли в атаке, не показали свой потенциал. Были хорошие моменты, чтобы разгонять, были ошибки соперника в центральной зоне, где мы могли спокойно контратаковать и остро контратаковать. Почему не получилось, ну, еще раз мы будем разбираться. То ли перегорели, то ли какое-то давление было на них. Но никого не могу обвинить, они все старались, все выкладывались, но, к сожалению, потенциал мы свой в атаке сегодня не показали. Я не в курсе, не могу. Бля, курган. Рахмат, хамагев, что опять кинчу, сам.